концертная программа началась с краткого рассказа о самых лучших людях Самары и истории образования города. Во Дворце культуры «Октябрь» на Мехзаводе завершился фестиваль самодеятельного народного творчества, рожденный в сердце России. Уходил казак на войну, за Волгу, мать, за родину свою. Фестиваль ведет свою историю с 2013 года. Главной темой фестиваля 2023 стали слова «Мой дом, моя Россия». В течение 12 дней концерты прошли во многих городах и райцентрах региона. Выступления творческих коллективов оценивало жюри. Представители разных жанров искусств давали оценки в первую очередь на соответствие выступления заявленной теме. Темно должна перекликаться с этой общей тематикой. Вот многие это делали на местном материале. Вот кто-то брал вообще какие-то обобщенные темы такого подчас философского содержания. Но надо сказать, что вообще, на наш взгляд, на мой взгляд, прежде всего, что фестиваль вот как художественное явление состоялся. Всего на концертных площадках фестиваля «Рожденный в сердце России» выступили порядка 5000 человек. Думаю, будем удивлять, во-первых, энергетикой, потому что мы очень давно на сцене танцуем и хотим показать все свои эмоции, то, как мы научились двигаться, и также, думаю, наш внешний вид тоже очень важен. Из года в год фестиваль собирает все больше участников. Своим талантом они выражают любовь к родине, уважение к ее истории и традициям. Для поддержки талантов в регионе ремонтируются и строятся дома культуры, где каждый может найти занятие по душе. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.